Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Angry Creeper, Скелетон, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Офигенный пак на оружие вышел, называется... СТПД. Поэтому, если пейте, кушайте, приятного аппетита, у нас офигенный обзор на крутое оружие. Погнали. Пацаны, первое оружие называется Батхут Бластер. Сначала давайте потестим на обычных игроках, а потом будем тестить, а не бойся, а потом тестить на NPC. Давай, будем. Эй, поскольку отнимает хп? Так, а ну давайте на NPC. О, нифига себе оно отнимает. Кстати, у каждого оружия есть альтернативный вид стрельбы. Давайте мы будем его тоже тестить. Быстро. Да, я понял, на Вана едешь? Так, я могу от третьего лица включать и смотреть. Так, назад. А я назад не могу. Ага, вот, и развалилась моя ванна. Так, ну такое, знаете, оружие очень прикольное, даже футуристическое. Такие паки выходят раз в 1000 лет на Гаррис Мод, поэтому с вас сразу лайк, подписочка и классный комментарий. Так. Ух ты! Вы видели? Мне это эпично, да, пацанчики? Так. Воу, нифига себе. Давай правая кнопка. Подожди, а что правая делает? А надо подойти в притирку, стой. Он крякает. А он тебя убивает, Дим. А, нет, это ты меня убил. Да я тебя убил. А что он крякает? Ого, она полетела. Так, хорошо. Следующее у нас оружие. ФАП. Давайте будем смотреть даже от третьего лица, как оно выглядит. Нифига он себе, он здоровый. Кстати, когда стреляю, мне отдача, что я даже назад отхожу. Да, отдача меня отталкивает назад. Правой кнопкой. А, правая кнопка быстрее стреляет. А, сразу по 3 патрона дел, по 5. Отлично. Прикольно, да, пацаны выносят? Так, смотрите, что мы сделали. Мы можем теперь вот так нажимать шпоньк, и у нас новый NPC-зомби. Все по феншую. В Гаррис Моде реально столько можно всего делать. Просто неимоверно. Фитгет спиннер. Кстати, это сколько? 3 года назад был, да, модный спиннер? Ого, что так мочит? Нифига себе! Что? А ну, стойте, пацаны, стойте. А ну, на правую кнопку сюда раскрутить его можно? А что, я не вижу этого? А он становится, когда раскручивается. А, я дальше кидать его могу, когда раскручиваешь. Смотрите. А так. Видите, близко только могу кидать. Смотрите, они все лежат. Ты-то оно его мочит. А давай в игрока кину. Ха-ха, прикольно, со 2 раза мочит сразу. Блин, вот этот пак... Кстати, этот пак сразу добавил в нашу коллекцию моментально. Такие оружия просто нельзя пропускать, и они должны быть в коллекции. Гуфи Гулдер. Так, ого, оно мочит, неплохо. Что, по 50 хп, да, выносит? Или с одного? А, еще зависит, куда вы попадаете. Так, а правая кнопка мыши, стойте. О, я могу играть? Что? И бульбашки получается? Офигеть! Ребята, давайте 5000 лайков, и мы сразу запишем с этим оружием. Аниматроники пугают охранника, и оружие это смогут использовать бешеные охранники. Будем наказывать аниматроников. Так, следующий у нас... гун, восклицательный знак, вопросительный знак. Это револьвер, стреляет разными... разные другие пушки. Да? Да, если вот сейчас попробуй постреляй. Сейчас, а ну-ка. А, сюда разное, да? Это, короче, магия. Вот это можно наказывать. А на правой кнопке мыши, кстати. Анима получается. Офигеть, вот это оно гасит. Следующее оружие, ховербомб гун. Так, этот шарик какой-то очень стрёмный. Он будет взрываться или нет, мне интересно. Просто лежит. Очень странно. Ого, оно гасит. Вот это я сразу положил. Оно... А все, давайте перезарядим. А больше нельзя. Что это вообще за штука такая? Вы видели? Блин, крутое оружие. Следующее у нас лонг бластер.
А ну в игрока. У тебя анимация такая прикольная. У меня анимация? Да, руки прям так трясутся. А ну-ка, давайте проверим, берем. А, стоп, я штыгиничку нажимаю. Сейчас. Есть контакт. Так, правая кнопка мыши. Угу, я прицел. Чисто прицел в голову на правую кнопку мыши, смотри. А ну давай, короче, буду стрелять, а ты ходи. Давай, скелетон, бегай. А ну сейчас заряжусь. А ну бегай, бегай, бегай. Смотри, он бегает, а я попадаю. Автоприцел. Автоприцел. Блин, ну не зря мы это оружие добавили себе в коллекцию. Не зря. Следующий у нас карабин 98К. Вообще слава. А ну дай. Ты чё он здоровый? А ну стой, дай посмотрю. Вот это гигантская штуковина. Димон, размером примерно как ты. Сейчас на правую кнопку мыши буду нажимать. А, это прицел. Просто прекрасный такой дебелый зумчик. Так, следующий у нас Liquid PTCD Sprayer. Это название. А, говномет. Говномет, пацаны. А чё вы ты себе так подойду ближе? Оно орёт, у них жизни тратится, вы видите это? Ты на правую кнопку нажми на F. Я понял уже. Оно же на F, на R еще есть какие-то альтернативные? Это может не все ресурсы используем? Не, все четко. Так, следующий у нас... мачете. Ого. Вот это оно такое, ну не очень, если честно. А на правую кнопку мыши? Неплохо. О, кстати, может... я, короче, делаю атаку, да? А? Ну да, он просто бежит. Следующий Magnum Shot Dunk. Мне нравится аватарка этого Magnum Shot Dunk. Ну да. Упс. А, так она не стреляет? Упс. А, ноль патронов. А чё, не стреляй. Короче, надо понты просто пожать. Miss Life Launcher. Ребята, это что-то серьезно. А ну давайте вот так вот. Они управляемые. А ну вот так давайте, прилетит моя ракета сюда. Ой, красиво. Пацаны, согласитесь, жирно, да, оружие? Крутяцкая. Так, на правую кнопку мыши что он делает? Не стреляет. Это жестко. Следующее у нас... Мне нужно еще нажать на курок, чтобы... А, понял, куча ракет вылетает. Вот это жесть, я тут поджал. Еще разок. Красиво, да, стреляет? Согласитесь, жирное оружие. Тим, да хочешь ловить манекена, я за их как бы опять в аренду брал. Да не, а, ты в аренду все брал? Ну все, сейчас жопа, ну, эта да. Карта будет. Так, следующее у нас Omni French 2999. Ого, молот. А, ты на правую кнопку мыши, я подпрыгиваю. А ну в толпу прям. Ха! Еще разок. На, это прекрасно, мне нравится. Ребята, ну, крутецкое оружие, честно скажу. Редко такое выходит. Я прям радуюсь, что есть оружие, которое может быть теперь прикольно валиться между собой, даже в сандбоксе. Так, следующее у нас оружие. Пинипл. Ананас большой. Правая кнопка мыши. Ху-ху-ху-ху. Мы просто уничтожили всех за секунду. Блин, мне нравится все больше. А ну правую кнопку мыши. А, она прыгает, видели? Смотрите. Ага, прикольно. Взрыв другой совсем. А ну. Это можно за стенки кидать. Воу. Так, следующее у нас оружие. Pineapple Juice Rifle. Слишком будто. А ну правой кнопкой. А правая кнопка по три штуки выкидывает. Ой, извини, надо просто затестить на тебе. Прикольно. А, смотрите, высасывает, короче, ананас. Заряжается таким образом. Так, зарядилась. Можно, короче, знаете, что сделать? Перестрелку с этим оружием. Прям очень круто будет. Так, следующий у нас Пунт Гун. О, давайте в притирку.
Тим, а это ведь прошлое оружие было твоим любимым, это ведь ослиная моча. Да, то была ослиная моча. Короче, это оружие не работает, или как-то работает, но не знаю как. Пунт и шетгун. Воу, прикольно, а чё он 2D? Я не знаю. Это похоже, знаешь, типа я на теорию взрыва ходил. Чё за звуков много, ничего не понятно. Так, смотри, хорошо. Следующее оружие у нас... Сценмен лаунчер. Во, ты же человеками кидаюсь. Прикольно, блин, ребята, вот это настолько неожиданно. Ху-ху-ху! Говорят, вообще с учеными. Прикольно, ну ладно, на тебя кинем. Дима, больно! А, мало? А на правую кнопку мыши. Мне кажется, она более как-то силы выкидывает. Ну-ка. О, так сразу отнимает на правую. Ничего-то на игроков не действует. А, нет, действует, но что-то слабо. А на NPC сразу убивает, видите? Так, хорошо. Следующее оружие стабган. Офигенный эффект. А, Дим, ты его как заморозил, ты ему время остановил. Смотри, а, он, да! А он нет. А ну, давай в тебя. А ну, в меня стрельни. Я не... ты когда стреляешь по мне, я начинаю идти в бок, и я возвращаюсь на это же. А ну, стрельните в меня, стрельни в меня. Нет. А я все равно... я... А ну, стрельни еще раз. Еще раз. Не, не работает. А ну. Наверное, NPC это действует, пацаны. Я понял это оружие. Я понял вот это оружие, Дима. Я чё? Вот это оружие понял. А ну-ка объясни. Притягивает. А, да, притягивает? Да, ты притягиваешься. Блин, ну неожиданно, неожиданно. Хорошо, телепорт ган. Воу! Пока, пацаны, я полетел. Как в Майнкрафте, помните, из глаз Эндера? Да-да-да. Похоже на оружие это? Вполне. Оно себя подпрыгну, когда оно будет приземляться. Оно вот так вот подальше и прыгну. Воу, когда прыгаешь, дальше телепортируйся, смотри. Еще раз. О, да, дальше. О, май гад, круто. Хорошо, следующий у нас. Тренч шок. Воу, держи щиток вонючий. С одного раза гасит, ребята. О, правая кнопка вообще жир. Ха-ха-ха, звук зарядки, слышали? А ну... Воу, ты 100%. Да я проверил просто. Он там был ПТСД. Так, давайте загрузим NPC. Мы так моментально всех загасили, нема кого мочить. Ну-ка, гранату кидаю, пацаны. Так, смотрим. Да ладно! Это что-то неимоверно крутое оружие, да? На, а ну давайте я в них кину. Во, вот так вот. Оно убьет, не убьет? Следующий у нас Вазер ВФЛ. Вафел. Вот это наказыватель. Именно наказыватель. И нажми на правую кнопку выше. Я знаю, да, он кидает прикольно. Так, загрузить. Следующее у нас оружие. X-Max. Ой. Что это? Я вижу, он когда... Приближает. Когда я стреляю, типа... Ой, что? Что, я телепортировался? Она как снайпер элита действует. Когда ты стреляешь, она приближает и показывает, типа, это как... Да? Да. Я стрельнул, убил, но она приблизила. А что-то у меня больше нету этого. Она еще разворачивает. Она еще разворачивает. Она меня разворачивает. Да, но как-то странно работает, что-то со временем как будто связано.
Так, поехали дальше. Следующее у нас оружие. Я понял, как она работает. Как? Я знаю, как она работает. Вот я сейчас на крипере проверил, я стреляю, и он в некоторых случаях тэпается. Ай, Дима! Красиво, я тебя жахну! Это было не в плане. Так, последнее оружие, X-MAS. Ого, подарочки, ребята! Пулемет подарочков, на Новый год такое надо. Она такая же, как с тем оружием, которое... Она такая... А, подарки исчезают для оптимизации. Прикольно. Ребята, сейчас мы сделаем битву с NPC с игры Закулисье. С этим оружием. Это будет что-то эпическое. Сейчас я сразу возьму себе мощное оружие. Я буду вот с этим играть оружием. Так, ставлю одного NPC. Вы готовы, пацаны? Да, капитан. Ну что, побежал. Говно, мочите его. За меня отомстите. О, еще одного поставил, но больше, наверное, не надо. Давайте возьмем все такое оружие и гахнем. Гахнем по нему. Вот он. Побежал. Вот. Ну, мы что, жизни еще не отняли ему? Ой-ой-ой, меня... А, я сам себя убил. Идиот. Надо этим, знаете, чем? Спиннером. Спиннер его будет хорошо мочить. Мочнёт. Где ты, подлец? Наверху, Дим, на втором этаже. Ты что там делаешь? Выходи. А, блин, не могу попасть спиннером. Тяжело спиннером попасть. Он пацаны, я его уничтожаю, вы готовьтесь. Прощай, подлец. Вот такое мы ли... Ой-ой-ой-ой, еще бомбы взрываются. Если понравилась эта серия и этот пак оружия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики еще.